Итак, мы продолжаем серию интервью на стенде информационного агентства России ТАСС в рамках 4-го международного рыбопромышленного форума. И у нас в гостях Олег Кобяков, директор отделения ФАО для связи с Российской Федерацией. Олег Юрьевич, добрый день, я вас приветствую. Спасибо огромное, что согласились ответить на наши вопросы. Итак, вы к нам пришли в студию сразу после окончания сессии. Тема звучала как информация о рынке рыболовства, аквакультуры, как действенный инструмент оценки возможностей для бизнеса. То есть как информация, да, главный инструмент для принятия решений всех участников рыбной отрасли. Ну, хочется сразу спросить, насколько предметным получился разговор, каковы ваши впечатления и можете ли какой-то итог, результат дискуссии нам сейчас озвучить? Спасибо большое за приглашение, уважаемые слушатели. ФАО, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, является одним из специализированных учреждений ООН. Она была создана 75 лет назад, и в ее мандат входит сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство и продовольственная безопасность, и, соответственно, вопросы торговли. И наша организация традиционно участвует в рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге. У нас в этом году свой стенд, и мы проводим сразу три секции. И сегодня мы вот завершили первую, посвященную роли информации в торговле продукции рыболовства и аквакультуры. Ну, информация, известно, кто владеет информацией, тот правит миром. А специфика продукции рыбной отрасли, ну, во-первых, эта продукция весьма востребована. Во-вторых, это продукция скоропортящаяся, а сейчас современный потребитель, как правило, предпочитает не переработанную, не консервированную, а продукцию свежую или охлажденную. И поэтому, конечно, информация о том, где она нужна, где она востребована, она служит как производителям, так и потребителям. Ну и вот третья особенность рыбной отрасли в том, что товаропроводящие цепочки, они, пожалуй, наиболее протяженные и сложные из всех видов основного продовольственного сырья и продовольственной продукции, потому что большая часть рыбы и морепродуктов, она потребляется не в тех районах, где она производится и вылавливается. И сегодня наши спикеры из России и из Рима представляли организации и структуры, входящие в международную информационную цепь по производству и по торговле рыбой. Это прежде всего организация, это программа GlobeFish, программа, которая проводится в ФАО, и связанные с ней программы и организации, которые действуют на всех континентах. Например, InfoPesca для Латинской Америки, InfoFish для Азиатско-Тихоокеанского региона. И события последних полутора лет, прежде всего пандемия COVID, она еще раз подчеркнула важность информации, потому что были и разрывы цепочек, разрывы производства, были барьеры для передвижения людей и продукции, которые, конечно, привели где-то к затовариванию, где-то спаду производства, где-то к порче накопленной продукции. Они, конечно, сказались, с одной стороны, на обеспечении потребителей, а с другой стороны, конечно, на доходах рыбаков и членов их семей, и перерабатывающей промышленности, торговых сетей, потому что рыбаки как таковые — это сейчас незначительная часть всех людей, кто зависит от рыбного хозяйства. Считая их и членов их семей, это сотни миллионов человек. Ну а продукция рыбного хозяйства сейчас потребляется во всем мире. И если в среднем в пище, которая попадает на наш стол, каждая пятая калория пересекает минимум одну международную границу, то в торговле рыбной продукцией эта доля еще выше, потому что 37% продукции морского рыболовства, она распределяется по международным каналам. И информация сейчас, конечно, эпоха интернета, эпоха электронных бирж, это ключ к успеху. И вопрос здесь стоит для бизнеса не столько в получении прибыли, как, естественно, рыночный механизм – это тот механизм, которым современное производство движется и подпитывается, потому что сейчас натуральным ловом занимается очень незначительное число малых рыбацких общин, ну, в самых отдаленных уголках мира. Вот. А вся рыбная продукция, она, конечно, подавляющее большинство реализуется через каналы международной торговли. И вот тот интерес, который был сегодня к нашей секции, интерес со стороны
аудитории, и вопросы, которые задавали, свидетельствуют о том, что, как и в прочих отраслях человеческой деятельности, информация – это важный фактор, это ключ к успеху. Ну и это, собственно, одно из орудий достижения цели устойчивого развития. А для нас, для ФАО, главная цель – это цель 2, это ликвидация голода и обеспечение продовольственной безопасности. И рыбная отрасль призвана сыграть большую роль, потому что рыба – это ценнейший источник животного белка, и микроэлементов, и витаминов, ну и, наконец, весьма вкусная в кулинарном плане продукция. Совершенно спасибо. Точно, да. Что касается вот интереса со стороны вообще участников рыбной отрасли, вот насколько, Олег Юльевич, по сегодняшней сессии и в целом, да, насколько вы можете вот оценить доступность таких ресурсов и программ ФАО, как Globfish, InfoFish, Eurofish для российского бизнеса и для частного сектора рыбной отрасли? Ну, надо сказать, что наша основная задача – это обеспечить доступность нашего информационного продукта. Эта продукция бесплатна, она широко представлена на сайтах, она актуализирована, она обновляется. Вот, например, обзор, который мы специально перевели на русский язык о состоянии рыбного рынка. Там берутся товарные позиции, где-то 5-6 основных: там, рыба, моллюски, тот же краб, который актуален для российского потребителя, малые пелагические виды. И рассматривается динамика цен, рассматривается состояние запасов, прогнозы на вылов. И помимо этого есть информация нормативного характера, есть прогнозного, есть программы обучения, которые проводятся нашими проектами и организациями. Я подчеркиваю, что все это бесплатно, что все это широко доступно на сайтах. И надо сказать, что наши сегодняшние участники, аудитории были достаточно хорошо об этом информированы. Ну, и вопросы задавались уже в конкретных аспектах. Вот. Ну, а задача нашего отделения – это служить вот таким интерфейсом, чтобы эта информация была доступна российским производителям и потребителям, и на русском языке, в том числе, вот мы к этому стремимся, потому что русский язык является языком ФАО, Россия вступила в ФАО 15 лет назад с русским языком, так же, как в Большой ООН, и мы сейчас, ну, вот такой вот, как бы, запоздание в публикации информации на русском мы сейчас активно восполняем. Спасибо большое. Олег Юльевич, вот по оценке ФАО, насколько пандемия отразилась на рыбной отрасли России, и прошли ли все проблемы, как по вашей оценке отрасль восстанавливается от потерь, и как ФАО может прокомментировать ситуацию, да, например, когда одна страна ограничивает именно импорт рыбной продукции другой страны, как бы аргументируя это вирусом COVID-19, насколько действительно в готовой продукции или там в просто выловленной, охлажденной продукции этот вирус может присутствовать? Ну, надо сказать, что из наших подмандатных сфер рыбное хозяйство в краткосрочном плане оно обладает небольшой эластичностью, поэтому когда вступили в силу ограничения, связанные на перемещение людей, на перемещение транспорта и перемещение продукции, то, безусловно, были большие финансовые потери у производителей. Часть продукции не была реализована, она была, значит, либо испорчена, либо пошла с большим дисконтом, либо, к примеру, та же товарная рыба была использована на производство рыбной муки. Это сразу падение потребительской стоимости такой продукции. Весьма пострадали люди, особенно судоэкипажи, которые либо застряли просто в море на вахте, которая грозила превратиться в бесконечную, а с другой стороны, сменные экипажи не могли их заменить, что привело к большим издержкам для операторов и потерям в заработке. Ну, где-то через несколько месяцев, конечно, мировая рыбная индустрия, так же, как и другие сферы, адсорбировала этот шок. Ну, соответственно, планируются выловы, планируется производство, восстановились логистические цепочки. Россия пострадала, да, как страна-экспортер, крупный растущий экспортер. Ну, и известно, что некоторые страны отказались принимать российскую рыбную продукцию под тем предлогом, что она может переносить вирус, возбудитель COVID-19.
Что касается наших данных, то ни у ФАО, ни у ВОЗ нет никакого научно обоснованного подтверждения, что рыбная продукция, будь то свежая, либо замороженная, или тем более консервированная, может быть переносчиком вируса. Ну, международная торговля регламентируется другими организациями, не ФАО. Есть целый ряд договоренностей в этом правовом поле, и у нас сегодня один из выступающих представлял ЮНКТАД. Страны вправе вводить меры национального регулирования. Задача нашей организации – это распространение информации среди государственных органов, среди регуляторов, среди потребителей о безопасности, либо опасности той или иной продукции. Вот я опять же уполномочен заявить от имени ФАО, что рыбная продукция не может служить переносчиком возбудителя вируса на безопасность. Благодарю вас. Да, что касается мировых рынков, то сейчас мы видим, что на мировых рынках продовольствия идет ускоренное подорожание по большинству сухопутных позиций. По оценке ФАО, произошло ли существенное дорожание рыбной продукции и увеличилась ли себестоимость вылова и переработки, да, может быть, под действием пандемии? По товарным позициям рыбной индустрии мы не заметили и не замечаем сколь-либо значительного роста цен. Идут конъюнктурные колебания, идут колебания по определенным видам продукции, по определенным видам рыб, определенные сезоны, там, где этот сезон носит, там, где этот вылов носит сезонный характер, где-то там выбираются квоты. Но, как правило, вот во время пандемии квоты не выбираются. Если смотреть в перспективу и на сегодняшнюю ситуацию, то какие бы наиболее актуальные вызовы с точки зрения продовольственной безопасности вы отметили, которые стоят перед российской рыбной отраслью, перед Россией в рамках международного сотрудничества, импорта, экспорта? Тут эта сфера, она весьма сложна и многокомпонентная, и можно говорить об ее многих аспектах. Я бы сейчас выделил один. Это сокращение потерь и порчи, потому что в рыбной отрасли теряется значительная часть произведенной продукции на различных этапах. И идут и выбросы, и отходы на этапе промысла, на послепромысловой стадии. Порча продукции как в оптовом сегменте, так и в розничном сегменте. И вот сокращение потерь и порчи – это самый главный и, надо сказать, самый легко реализуемый резерв, по сути, повышения производства. Потому что сейчас в мире, не только по рыбной отрасли, а по всему пищевому производству, достаточно продовольствия производится, чтобы накормить все население Земли. И за счет применения не столь дорогостоящих мер можно добиться здесь драматического прогресса на этом направлении. Вот для российской отрасли я вот назову вот именно сокращение потерь и порчи, особенно с нашими огромными логистическими цепочками. Вот как раз возвращаясь, кстати, к теме информации, да, как инструмента принятия решений и информации с точки зрения, может быть, перераспределения мировых цепочек поставок рыбной продукции в общем и целом, каким образом пандемия повлияла и сейчас, какие процессы происходят и выступает ли ФАО, может быть, тоже как таким модератором информации для того, чтобы, как вы говорите, да, что есть ресурсы, ресурс накормить весь мир, но благодаря, может быть, каким-то ограничительным мерам эти цепочки нарушены или работают не таким, ну, недолжным образом. Задача ФАО – эту информацию дать. И, на мой взгляд, организация с ней справляется, эта информация доступна, она бесплатна, она оперативна. Вопрос, как эта информация распорядится. И здесь мы делаем следующий шаг. Мы пытаемся выстраивать партнерство и коалиции с тем, чтобы и правительство, и бизнес, и ассоциации потребителей, и торговля, и, наконец, каждый из нас как потребитель этой информацией правильно пользовались. Чтобы решения принимались директивными органами с учетом интересов всей продовольственной системы, которая включает и ресурсы, и людей. И, конечно, во главе этой цепочки человек. Вот это вот вторая часть, это двуединые задачи, чтобы информация была использована по назначению в интересах человека. Ну что же, Олег Юльевич, я вас благодарю за то, что ответили на наши вопросы. И так еще раз я напомню, что с нами беседовал Олег Кобяков, директор отделения ФАО по связям с Российской Федерацией. Оставайтесь с нами на стенде ТАСС, брифинги продолжатся. Спасибо. Спасибо.